взял все печали, понес наше время и исцелил. Лишь тебя возносим, Боже, лишь тебя возносим. Лишь тебя возносим, хвале, поем аллилуйя. Лишь тебя возносим, хвале, лишь тебя возносим, любви. Лишь тебя возносим, хвале, поем аллилуйя. Мы поем тебе. Силы тьмы перед именем Твоим.
Мы поклоняемся Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Боже, за эту привилегию. Приходить к Твоему престолу милости и благости, Боже, поклоняться Тебе, славить Тебя, Царя царей, Господа господствующего. Боже, спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Боже, что Ты нашел каждого из нас. Ты стучался, мы так благодарны Тебе, Боже, что мы были в состоянии услышать Твой зов, что мы были в состоянии услышать, Боже, Твой стук сердца наши и откликнуться на него. Благодарны Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Боже, за эту привилегию. Спасибо Тебе, Господи, за эту возможность, Боже, поклоняться Тебе со всеми святыми, славить Тебя, возвеличивать Тебя, Боже, переживать Твою благость, Твою милость в каждом дне, которые обновляются, Боже, день за днем. Мы благодарны Тебе, Боже. Мы отдаем Тебе всю славу, Тебе всю честь, всю хвалу. Мы знаем, что для Тебя нет ничего невозможного. О, мы знаем, для Тебя нет ничего невозможного, Боже. И мы отдаем Тебе, и только Тебе всю славу, честь и хвалу. За каждый прожитый день, за каждое чудо, которое Ты совершил. Боже, я благословляю каждого драгоценного человека, кто находится в зале, кто смотрит онлайн. Боже, благослови каждого, кто взывает к Тебе, проходя сегодня какие-то определенные трудности и сложности. Боже, я молюсь о Твоем сверхъестественном ответе, молюсь о Твоем сверхъестественном вмешательстве, Боже, чтобы Твоя слава, она была высвобождена могущественно в каждую ситуацию, чтобы каждый из нас мы способны были принять Твои ответы, Твое исцеление, Господи. Спасибо Тебе, Боже, благослови каждый дом, каждую семью. Спасибо Тебе, Боже, мы отдаем Тебе и только Тебе всю славу, всю хвалу. Драгоценный Бог и Царь, Ты один достоин, Ты достоин поклонения, и мы отдаем Тебе всю хвалу. И весь народ да скажет.